Пожилые и дети, да? Да. Секундочку. Поэтому не перестаю удивляться. В нынешней предвыборной сенатской гонке, когда 33-летнего русскоязычного адвоката, республиканца Дэвида Старобина, называют мальчиком, то, что вы сказали, называют нашим ребенком, парнем с нашей улицы, а отсутствие у него конкретных, заметных дел на благо русскоязычной общины объясняют молодостью и занятостью. А я не был занят, а я не был молод. Вот почему? Секундочку. Так если человек молодой, но ничего не сделал для комьюнити, а говорит по-русски, нужно за него проголосовать? Он сделает. Нет, подождите. Откуда вы знаете? Хватит этого американца. Что он знает про русский? Подождите, сначала про Дэвида. Скажите, если человек до этого дня ничего не сделал, где гарантия, что он сделает? Кто его выдвигает? Подождите. Скажите, что он сделал? Может, я не знаю. Расскажите мне, что сделал Дэвид Старобин. Я, может, не знаю. Мы хотим, чтобы русский мальчик проходил выше и выше. Ну, а какой аргумент? Почему? Секунду. Вы голосовали за меня, потому что я русскоязычный. Алик был русскоязычный. И есть русскоязычный. Потому что я что-то сделал, наверное. Потому что вы просто красивый. Только потому что я красивый. Мальчик, только да. Только потому что я красивый мальчик. Я говорю, почему вы за меня? Она говорит, потому что вы красивые и хорошие. Говорит, только поэтому. Поэтому я ничего не сделал, кроме того, что я красивый и хороший. Хорошо. Этих американцев против. Он сделал. Почему? Его не выбрали. Он сделал. Поэтому его не выбрали? Вы за него не шел.